Экономят на детях. В социальных сетях более 150 сообщений и комментариев от обеспокоенных родителей малышей. Молодых мам охватила паника. И неудивительно, в пункте выдачи детского питания им сообщили, что с нового года молочной смеси отпускать будут меньше. И вместо необходимых 5 пачек выдали 4. В первой детской поликлинике родителям сообщили, что это распоряжение Департамента здравоохранения. Однако там нам пояснили, панику подняли рано. Выдача детского питания предусмотрена на 2017 год в прежнем объеме. Семьи, относящиеся к категории малообеспеченных, будут получать также 5 пачек. В некоторых пунктах действительно выдают пока 4, но это связано с тем, что молочная смесь закуплена еще в прошлом году, до 20 января. Но в конце января, как только состоится аукцион, будет компенсирована эта нехватающая пачка. То есть, возможно, где-то в поликлинике кто-то из медсестер не понял. Ну, сбои всегда бывают. Я рекомендую в таких ситуациях обращаться в Департамент здравоохранения. Мы всем разъяснение дадим.